привет! С вами Роман Журавлив. И как я стал таким популярным? Ну, как популярным? Немного. Я вам покажу. Первое, вам надо создать свой канал. Второе, когда вы сделали аккаунт, вам надо придумать название и знать, про что вы будете снимать. Например, про готовку, про видеоигры или по монтажу. Выбирайте, что вы хотите снять. И я хочу еще сказать. Я вам еще покажу еще, как понять свою аватарку. Еще вот. Заходите на свой канал. Здесь есть карандашик. Вот. Управление видео. И здесь рядом с управлением видео есть вот эта настройка канала называется. Вот. На фото, если вы нажимаете, здесь выбираете это. Вот, например. Вот это. И нажимать сохранить как фотографии профиля. Вот. Название вот. И здесь можно понять название. Вот, пишите название, которое вы хотите, и нажимаем сохранить. И как создать свой канал, вот нажимаем на плюсик. Вот там будут вас спрашивать. Дайте доступ к галерею. Вы соглашаетесь. И вот, и у вас уже создан аккаунт. Вот. Всем покедова, всем пока. С вами был Роман Журавлев. Надеюсь, помог. Для начинающих.